Доброе утро, друзья! У нас сегодня свежесть свежная. Как и обещал прогноз, идет дождь. И ночью он шел, и было просто супер спать под дождичком. Конечно, для моего бизнеса это очень нехорошая погода. Ну, мог бы вчера дождь пойти, а не сегодня, но ничего не поделаешь. Ну ладно, на работу все равно надо идти. Ну, кто-то решит просто покраситься или еще что-то. Чарли, походу, вчера тут что-то чучи свои прятал. Нет, он уже заныкал в другом месте где-то. Я знаю, где он ныкал, знаете где? Вот тут в своих игрушках. Где-то он отсюда, вот. Вот это ему ныкал. И еще. О, у него их тут, смотрите, сколько всего. Заначки. У него тут заначки. Чучи, которые он не любит, он вот тут их прячет. Вот так вот. Скажет, на всякий пожарный. Хоть я их не люблю, но жизнь-то она длинная, да, Чарли? И никто не знает, что к чему. Нужно запасы все равно делать. Правильно, запасливый. Весь у мамы пошел. Так, пошла я. Немножко подкрашусь, красоту наведу. Вообще, я дождик очень люблю. И люблю гулять под дождем вот так вот, под зонтом. Даже сегодня зонтик достала. Раз в пятилетку, знаете. Ну, пару раз в год, наверное, достаю зонтик. Вот. Потому что дождями нас погода не балует. Не знаю, может быть хорошо, может быть плохо. По мне бы почаще, да, был бы дождик. Такой вот, знаете, чтобы... Чарли там бегает под дождем. Ну, чтобы без, как здесь говорят, чтобы не приносил никакого ущерба. Потому что здесь же дождь как начнет лить, как из ведра, бум, и быстро заканчивается. А вот такой дождик самый классный. В машине люблю ездить, когда дождь. Так себя чувствуешь как-то защищенно. Вот. Но только не в пятницу и субботу. А вот другие дни люблю дождь. Слышите гул, вот такой звук. Это дождь херашит вообще такой сильный. Он то прекращается, то не прекращается. В общем, я в Меркадоне, как вы могли бы заметить. Сейчас вам дома покажу, что я там купила. Что мне нужно было вот из этого, но я уже не помню, что. Вот такую домой расческу. Мне когда приходит кто-нибудь укладывать, у меня уже такая старенькая домой. А, точно, я же вот такую хотела для стрижки у меня. Хотела с работы взять, а у меня там плохая, ну, вернее, моя удобная, она на работе. В общем, дома вам все покажу, расскажу. Дождь такой сильный, страсть. Так, из этого вроде нам ничего не надо. Вот, видите, маски совсем уже подешевели. Везде по 5. Раньше чуть ли не по 10 было, а сейчас по 5 евро. Так что вот так. Что мне еще-то надо? Вроде бы ничего. Пошла я оплачивать. Желтеть начинаю, смотрите. Так, все, еду домой. Я сегодня такая однотонная. Мне так нравится эта майка. Такая, смотрите, классная. Еду там, Чарли меня ждет. Парковка внизу. И не надо выходить на улицу в дождик. Потому что там такой дождь и нальет. У меня прям рядом парковочка тут. Пришпандорила себе, смотрите. Удобненько как. Я специально его ждала. Где моя рыба? На моем месте сидит. Счастье мое. Где, а где ключи-то? Я ему вкусняшек. В общем, сегодня набрала всем вкусняшек. Себе, мужу, рыбе моей. Да. Ой, погавкать. Ты погавкать хочешь? Ладно, сейчас будем выкладывать.
У нас к дождю еще присоединился гром. Как я люблю такую погоду, просто шикарно. Так, я тут разбираю вещи, купила вкусняшки, чтобы, знаете, вкусняшка мне, вкусняшка Чарли, вкусняшка мужу. Всем купила сегодня вкусняшки. Сейчас покажу вам. Ну, есть еще такие вкусняшки, которые на троих, можно сказать. Гром гремит, кусты трясутся, что там делают? Правильно, медведь малину рвет. Помните такие стишочки? Я пока шла до дома, вся промокла, потому что поставила машину. Знаете, балконы, под балконами хорошо. Там дождик не идет. А я тут поставила машину, где нет балконов и где слив с крыши. Прям, то есть я вот дверь машины, и вот тут вот такая стена воды. Я сидела, думаю, что делать. Пошла за зонтом. Зонтом, в общем, Чарли минут 5 не хотел выходить. Я стою с этим зонтом, с тележкой. А он не хочет выходить. Ему, видите ли, его замочит. Представляете? Вот. Хотела купить только арбуз, который вышел на 3,41. В Меркадоне самые вкусные арбузы. Не устаю удивляться. Он по 89 копеек. Ну, если целый берешь, по-моему, дешевле. Дыню. Но я люблю разрезать. Во-первых, целый мы не съедаем. Во-вторых, я вижу, что внутри арбуза. То есть, как бы, понятно, да, что он там не переспелый и все. Сейчас проблема, знаете, какая с арбузами? Что они переспелые попадаются и невкусные. Дыня на евро килограмм вытянул на 2,11. Чеснок. Не знаю, почем чеснок. Пару лимонов. Помните, вчера, что ли, говорила, что лимоны хотела? Взяла парочку. Вот пошли вкусняшки для мужа. Во-первых, ему купила вот такой хлеб. Здесь сколько? Раз, два, три, четыре, шесть штук за евро. Такой вот цельнозерновой. Шоколадку он такую любит лопать. Вот. И печенье вот такие. Мне потом эти баночки очень годятся для сыпучих круп. Купила ему вот такую свинину. Кстати, в Меркадоне вкусная вот эта вот. Я брала курицу раньше, но он курицу как-то не очень не хочет. И вот купила ему свинину. Ему вот этого одного куска вполне будет достаточно. Это все с вкусняшками для мужа. Это для Чарли. Вот такие разные вкусняшки. У него все закончились для зубов. Ну, это типа для зубов. Нифига себе не помогает. Вот такие вот вкусняшки из лосося. Вот это вот он ест. А вот яблоки еще купила. Пахнут яблоками, представляете? Купила себе кокос вместо семечек. Такой уже рубль 69 стоил вот этот кокос. Ну, уже про это. Ну, по-моему, даже сок есть его, видите? И курицу. А, ну вот эту вкусняшку тоже с чаем. Я 3 штуки беру. Это миндаль с черным шоколадом. Очень вкусный, кстати. Прям не обожаю. С чаем. Я же сладкоежка. И вот хоть как-то, говорю, приятное с полезным. Но вот это я бы... Я бы даже целую упаковку слопала. Если бы, как говорится, можно было. И курочку взяла себе. Буду замариную, может быть, в лимоне. Вот. А, еще эту взяла. Хлорку. Хлорку полы мыть, отбеливать что-нибудь. Ну и расческу. И другую расческу вы тоже. Что это такое? Посмотрим. У нас дождь не сильный сейчас. Просто очень интересно, что это такое. Что там делают? Давай терраску не помню. А, смотрите. Она, знаете, что делает? Водой моет свои окна. А, и крышу. Все моет. Видите? Под шумок, короче. Моет. Шланг протянула и моет. Терраса будет у меня чистенькая. Кстати, вода вот туда не затекает. Она вот как-то сделана склоном, и вот туда все течет. Поэтому кто-то, не помню, говорил, что будет вода вся течь.
ничего не течет. У меня села батарейка. В общем, вот так начинила баклажанчики вчерашние, которые и сейчас вот сыром сверху. Нет, сыром я буду за 10 минут до конца готовки обсыпать. А сейчас пускай полчасика, так как они холодные, пускай полчаса где-то постоят в духовке, потому что баклажаны, они уже полуготовые, а начинка вообще вся готовая. Поэтому как-то так, пока я разберу все это безобразие, и пойду сейчас уберусь быстренько. Я уже убралась, разогреваю там пару сосисок, и что-то я... Что-то стало холодать, не пора ли нам поддать? Потому что прям ветер такой прохладный. Вообще говорят, что с сегодняшнего дня уже все похолодало. Я сосиски разогреваю себе. И сейчас тоже баклажанчики. Приятного всем аппетита. Это мой обед. Что-то кто здесь не очень красиво. Так покрасивее. Все, одна сосиска Чарлина. Он уже стоит, ждет. Смотрите, мне... Для Чучи юбка вот эта пришла. Сейчас попробуем надеть, чтобы не мусорил на столе. Хотя, в принципе, знаете, со стола удобно убирать, куда бы прилепить. О! Посмотрим, действует она или не действует эта юбка. Вообще, как раз она или не как раз, что? Ой, чуть извиняюсь, извиняюсь. Ну, все. Может быть, не будет так мусорить. Только вы знаете, что вот воду мне надо бы открыть. О, вот так. Прикольно. Посмотрим, как будет действовать. Так смотрится симпатично. Неплохо смотрится, смотрите. Я специально белую взяла, чтобы... Да. Вообще так быстро пришло. Буквально за 2 недели, представляете? Даже не ожидала. Так быстро. Сейчас звонок в двери. Я вообще всегда все на парикмахерскую заказываю, на работу. Это что-то сюда заказала, думаю, посмотрим. И вот нормально принесли посылку, не рано утром. Главное, чтобы не рано утром, потому что у меня дома нет рано утром. Дождь у нас вот так вот идет, не идет. Холодно, не поймешь. Закроешь все, жарко, душно. Откроешь, ветер холодненький подует, в общем. Но мне кайфую я по такой погоде вообще. Прям это моя радость. Я помыла себе вот эти тапки, потому что я их, наверное, уже в этом году больше не буду надевать. Уже кроссовки буду одевать. А вот. Сохнуть положила. Сохнуть. На улице 80% влажности. Это вот эта штука обеззараживатель. На работу у меня закончился на работе. Вот, ладно, пошла дальше сериал смотреть. Вообще, вы знаете, после вот этого вот карантина всего, я после обеда раньше открывалась, пятницу, субботу после обеда открывалась, да? Вот. А сейчас я, получается, что опять так же открываюсь, но уже по записи. То есть, знаете, раньше ехала и сидела там, как бы, придут, не придут люди, бывало такое, что и не приходили. А сейчас вот сегодня вообще не планировала. Вообще думала, куда идти Чарли гулять, потому что дождь ли шел и ночью, и днем. По полям, естественно, там лужи, там грязь. Вот, куда-то в горы мне нельзя идти, потому что у меня сегодня придет вечером тоже девочка одна на стрижку. Вот, поэтому как бы надолго тоже не уйдешь. Все само собой решилось. Вы знаете, как говорят, мы располагаем, мы предполагаем, а Бог располагает. Как-то так, да, говорят. То есть все само решилось, потому что мне сейчас шлет сообщение одна моя клиентка. Она тоже работает
только с утра. Вот, и говорит, типа, откроешь сегодня вечером? Я говорю, да, давай. И, в общем, она придет на покраску, все дела. И, то есть, я потом пойду, прогуляюсь по пляжу. У меня будет время и на то, чтобы с этой клиенткой управиться. А потом пойду, прогуляюсь по пляжу. Сегодня 100% там никого не будет. Хотя уже в 3 часа, в 4 передавали, что выйдет солнце. Это точно оно выйдет, потому что здесь, когда передают дождь, мы еще можем не верить. Но если передают солнце, то 100% будет солнце. И вот так вот все разрешилось. Чарли, пойдем на пляж, да, гулять с тобой на пляжик будем. Там у нас будет здорово. Там асфальт везде. И вот так вот, представляете, все само собой решилось. Заработаю, прогуляю, потом приеду, опять заработаю. Да. Вот такие вот дела. Я прям, знаете, как-то обрадовалась, что ли, что... Обрадовалась, что не то, что работа будет, а то, что с Чарли пойду гулять на пляж. Да, мой маленький. Такой шерсть вылезла, и у него сейчас такая короткая шерсть стала, что все говорят, что он похудел. Он не похудел, он просто облез. Она такая короткая, у него прям были длинные, вот тут много было шерсти. А сейчас все пооблазило. Все у меня линяют, Чути линяет, Чарли линяет. Я не знаю, потому что короткий волос. Да я 100% тоже линяю, да. У меня клиентки сейчас тоже, да, сейчас такой темпо, такое время, что идет выпадение волос, да, с людьми пообщаюсь. То есть выпадают волосы, линька, и всем там разными средствами их оприходовываю, чтобы предотвратить выпадение волос. Его никак не предотвратишь, но хотя бы ускорить, чтобы рост волос, как говорится, чтобы волосы росли. Как-то так объяснил, ну вы поняли, да? Что-то я думаю, знаете, что, кофе-то я попила. Пойду еще чаю себе сделаю. Люблю что-нибудь вот так вот смотреть, сидеть и попивать. Он уже остынет у меня чай. А я все равно его попиваю и попиваю. Даже холодный. Воду я вообще не пью. Обычную воду я не пью. Я не люблю воду. Вы знаете, раньше много было споров, что нужно пить только чистую воду, там для организма это очень важно. Сейчас все больше и больше я нахожу разных, ну там, я не знаю, как их назвать, врачей, не врачей, что говорят, что воду надо пить столько, сколько твой организм просит. Муж, наверное, едет, идет. А что я маленькую такую крошечку-то? Даже вот какая есть. Вот, сколько твой организм просит. И всякие чаи, напитки, все это входит. То есть не то просто 2 литра воды. Тоже 2 литра воды всем подряд. Ну, одна весит 60 килограмм, а другая весит 120 килограмм. Извините, уже, как говорит моя подруга Татьяна, не стыковочка, да? Та, которая весит 120 килограмм, куда ей 2 литра воды? Надо больше же ей пить, да? Как говорится, масса тела-то больше. Ну, логически, если логику включить, ведь правильно же или неправильно? Конечно же, правильно. Поэтому у меня вот из одной кружки здесь литр, по-моему, литр. Точно не знаю. Что-то не написано. А, 850 миллилитров. Ну, почти литр. Вот, выпил кружечку и уже, как говорится, суточная норма жидкости выпита. Так, сейчас я туда засовываю все на свете. Вот этот вот чай у меня для похудения, потом чай с бергамотом. Вкусно получается, знаете? И стевию. Завариваем. И пьем. Классное место я нашла для камеры, да? И вид у меня вроде бы оттуда ничего. И висите там себе замечательно. Как у вас дела, рассказываете? Все нормально?
Вот так вот у нас вот дождик идет. И в ближайшее будущее не обещают дождей. Хватит. Полила немножечко. Достаточно. Почистил немного улицу. Такие тучи классные. Почистил улицу немножечко, да, Чарли? И все хорошо. Идем работать. Я отработала. И гулять мне, к сожалению, не получается, потому что позвонила сейчас девочка. Ну, не позвонила, по WhatsApp написала сообщение, что она пораньше придет. В общем, поэтому у меня есть только время дойти до машины, доехать до дома. Ну, и там, может быть, 15 минут еще. Ну, не хотелось бы, знаете, что там я там гуляю, а девочка придет и будет меня ждать, пока я там нагуляюсь, да, как-то не то. У нас опять, блин, жарюка. Вот. Духотюка. А я, знаете, что, блин, забыла? От комаров купить себе вот эту вот штуку. А у меня там буквально один день только осталось. А комаров сейчас будет море из-за влажности. Что, опять что ехать в магазин? Я сегодня уже точно никуда не поеду. Машина. Надо вот так к стеночке прижиматься, чтобы проехали. На море, по-моему, шторм начался. Сейчас покажу. Знаете, куда я иду? Только собралась я красоту смывать, как приходит сообщение. Я, помните, говорила вам, что заказывала еду в русском? Так вот, приходит сообщение от этого мужчины, говорит, заказ готов, можно забрать. Я ему хотела отложить на завтра, он говорит, лучше сегодня, ну, если можете сегодня. Ну вот, иду забирать вкусняшки русские. Правда, я не особо помню, куда надо идти, но думаю, разберемся. Мне кажется, что вот мы в прошлый раз совсем темно было, поэтому... Ну, я откуда-то вот оттуда вышла, по-моему. Да, вон там. И как-то вот шла туда, в дома. Вообще у меня, знаете, такая фотографическая память очень хорошая. И я, если куда-то зашла, то я обязательно оттуда выйду. Или где-то, если я была, то я знаю, как оттуда выйти. Поэтому я надеюсь на свою память такую. Вот. И вот эти бабушки тоже там сидели все. Вот. Так что думаю, что найду. Видите, как они сидят. Хотя сегодня не жарко совершенно. Вот и там сидят. Вообще это какой-то цыганский район. Поэтому ну, бабки сидят, курят. Какую-то непонятную сигарету. Может быть, даже и не сигарета вовсе. Так, а вот это... дальше я не помню. Это улица или туда подальше? Где эта улица, где это дом? Где... Ой, что-то там такое, прям бары какие-то, рестораны. Ладно, пойду посмотрю. Мне кажется, вот в эту улицу я шла. Даже не знаю. Приключения Оксанки в Испании. Прям куда-то бежит. Ты беги. Что-то он как будто боится чего-то. Не бойся, сама боюсь. Идем. Все забрала, несу. Немножко, конечно, кругалях я дала. Приблудилась немножко. А вот, оказалось все намного ближе. Но главное, я нашла. Все, теперь иду домой. Тут буквально 5 минут от моего дома. Кстати, надо сейчас хорошенечко запомнить. Да, совсем близко. Ну вот, я, видите, и прогулялась нехотя. Вот что я взяла в русском, ну, в русском, скажем так. Это не магазин, а русский. Кстати, заметно дешевле намного. Ну, как намного. Ну, они, естественно, не платят ни налоги, ничего. В общем, как бы нам выгодно. В общем, пшено, смотрите, 2,12 стоит. Я сказала, чтобы мне хорошее пшено привезли. И я люблю и уху варить суп, и кашу, и все на свете. Куриные крылышки. Вот эти вот 5 евро. Ты мне крылышки приставил.
Я даже не знаю, сколько здесь, полкило, что ли. Не знаю, сколько. 10 глазированных сырков по 80 копеек. Ванили. И вот чай. Нежный. Здесь, по-моему, черный с земляникой. А я хотела иван-чай с земляникой. А, ну да, он и есть чебрецом из земляники. Понятно. Сейчас уже сделаю. Хотя он черный. Ну, я думаю, что от одного пакетика. Чай у нас стоит 1,33 €. И селедка. Две селедки. 6 € килограмм стоит. На 4,80 €. Вот такие вот у меня русские покупочки вышли. Вот это так пахнет копченый, что надо... Вот завтра что мне кушать? Селедку или эти? Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль... Август, сентябрь, октябрь. До 25 октября. Свеженькие. А, вот, 438 грамм. Ну да. Пишите в комментариях, дорого, дешево или как вам кажется. Ну вот я знаю, в Альмунекаре сырки стоят рубль с чем-то даже, по-моему. Или рубль. Точно не могу сказать. Но точно не 80 копеек. Рубль или рубль с чем-то. Чай уже закипает. И все, буду сейчас... Пить чай. Утром чай, в обед чаёк, вечером чаище. Я уже арбузика поела, поэтому на ужин у меня ничего не будет. Вкусный чай. Со вкусом земляники и чабреца. Все, друзья, суматошный день прошел. Какой-то он длинный получился. Непонятный. Что-то как-то туда-сюда бегом-бегом, туда-бегом, сюда-бегом, везде кругом бегом. Работа, дом, дом, работа, потом опять работа, потом опять дом. Головы, волосы. Но день пролетел вот так. Завтра суббота, завтра, наверное, точно такой же будет. Вот. Хотя с утра было спокойно. Ладно, вот видите как. День вообще... Не знаю, как мы будем проживем этот день. Желаю вам прожить его замечательно. Желаю вам приятных выходных. Отдыхайте. Набирайте сил на новую неделю. В общем, как-то так. Всего самого лучшего. И всем пока-пока. До завтра.